Всем привет! Лайф. Сегодня продолжаю очередную серию по выкорчевке и куртованию кустов на мелиорации и подготовке нового поля. Сегодня у нас также теплый весенний денек, как и вчера. Сегодня пятница, день. Сейчас я приехал на кейсе 14.55 XL с куном для того, чтобы куртовать и сжигать эти ветки. Еще должен подъехать был погрузчик Фергизон, Массе Фергизон, который я снимал вчера в предыдущем ролике. Что, собственно говоря, я буду делать? Приподниму сейчас куном эту кучу, заложу туда баллон, подожгу и буду подкидывать ветки вот эти вот. Потом это поле продискуют, пробаранят, перепашут. Будут сеять и работать на нем дальше. Все остальное смотрите в следующем видео, где будет происходить сама бортовка. Подписывайтесь на мой канал, ставим лайки. Всем пока.